Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. А что-то давненько не пел я вам классических рок-н-роллов. Поэтому соберитесь с духом и приготовьтесь. В среду, 27 января, я спою вам свой новый, но при этом очень классический рок-н-ролл с названием «Везет нам иногда». А когда-нибудь, если вы будете себя хорошо вести, я еще расскажу вам, что такое рок-н-ролл как музыкальный жанр. Ведь ни у нас в стране, ни в мировой литературе нет ни единого теоретического определения рок-н-ролла. Ни единого. Я уже слышу задорный детский смех всяких умников. Как нет определения рок-н-ролла? Что ты такое несешь? Эти умники точно так же задорно и спесиво смеялись, когда я то же самое говорил о самой рок-музыке. Но выяснилось, что это правда. Нет ни единого определения рок-музыки. Мое определение оказалось первым и единственным до сих пор. Поэтому слушайте в среду мой классический рок-н-ролл, исполненный в стиле новый хард-рок. И не забывайте подписываться на наш канал. Ведь только здесь вы первыми услышите теоретическое определение рок-н-ролла. Но предупреждаю поклонников моего нетленного творчества. В клипе меня не будет. Я слегка приболел коронавирусом. Всего на 50% поражения легких. Так что пару ближайших клипов пройдут без так полюбившейся многим моей виртуозной игры на гитаре. Здоровья всем!